Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции, предлагаю недвижимость в Мерсине. И сегодня хочу предложить потрясающую видовую большую квартиру 1 плюс 1 в районе Чешмели. Вы уже знаете, что Чешмели — это место с красивыми видами. Вот красивый вид — это про Чешмели. В окружении апельсиновых садов, с красивым видом на горы, с красивым видом на море, с большущей, огромной инфраструктурой комплексов. У данного комплекса 7 бассейнов, аквапарк, теннисные корты, волейбольные, баскетбольные площадки, генераторы, охраны, парковки, собственный пляж, оборудованный шезлонгами, зонтиками, крытый бассейн, хамам, сауна, массажные кабинеты. И вдруг, если я что-то пропустила, я в инфобоксе оставляю описание комплекса, описание квартиры. Так я делаю всегда на все мои предложения. Вы найдете технические детали внизу в инфобоксе. Итак, давайте рассмотрим вид и рассмотрим квартиру. Смотрим. С террасы открывается потрясающий вид на море. Панорама фактически 180 градусов. И на территорию комплексов, на бассейны, на аквапарк. Территория не будет впереди застроена. Эта земля не под застройку. Это высажен парк уже. У комплекса свой с шезлонгами, зонтиками. Пляж. Большая, красивая, уединенная территория, комфортная для качественного отдыха, для качественной жизни и для выгодных инвестиций под аренду. Все это вижу с огромной террасы. Вот такая огромная терраса. При желании террасу можно остеклить. Много иностранцев, много русскоговорящих проживают в этом комплексе, в том числе постоянно. Отлично здесь идет аренда. 90% наших арендаторов турки и очень любят этот комплекс, и понятно почему. Итак, это мы все видели с террасы. На террасу можно попасть с двух комнат с кухни-гостиной и со спальни. Квартира в том виде, как она была от застройщика. К сожалению, застройщики не готовят их, не моют. Мы вам в этом поможем, организуем. Это спальня. В спальне все заложены выводы под кондиционеры. Есть бра, все розетки, выводы под электричество. И когда просыпаешься, видишь потрясающий вид на море. Можно выйти на террасу. Кухня-гостиная. В зоне кухни у нас каменная столешница, заложено место под всю технику. Во всей квартире пол плитка. Санузел. Санузел один в квартире. Здесь у нас тоже каменная столешница. Широкий душ, подвесной унитаз. Зона прихожей. При входе у нас встроенные шкафы, место под стиральную машинку, место под холодильник и очень глубокие вместительные шкафы. Шкаф при входе. На этаже 5 квартир, 2 лифта, 2 лестницы, обычные пожарные, и есть
большая терраса общего назначения с такими потрясающими видами на апельсиновые сады, лимонные сады, мандариновые сады, на банановые плантации и на горы. Здесь отличная атмосфера, отличный воздух. 2 километра до основной трассы D400, но при этом у нас в Чешмиле есть магазины, рестораны, магазины продуктовые и одежды. Есть сервис связи, есть маршрутки, которые ходят в любом направлении с нашего поселка. Смотрите, какая красота. Также на территории есть спортивные площадки, есть зоны барбекю, есть парковка. Внутри дворя машины не ставятся, они ставятся вот с этой стороны. Вход в подъезд с этой стороны. Спасибо за просмотр этого видео, спасибо за ваши комментарии и спасибо за лайки. Если у вас остались вопросы, вы их мне можете задать по телефону WhatsApp, телефоны появятся где-то на экране, либо вы их найдете в инфобоксе под видео. Берегите себя и приезжайте в Мерсин. Увидимся в Мерсине. Пока-пока.